Мы на месте. Хорошо. Мы приветствуем Ирину, интересуемся, готова ли Ирина к диагностике, доверит ли она нам свое биополе на период сеанса. Доверит. Хорошо. Я даю команду на счет 3. Сканер начинает сканировать пространство над головой Ирины, под ногами и становится ее заложником. 1, 2, 3. Сканер сканирует все 7 тонких тел Ирины. Находит все. Знаешь, на ней какая-то конструкция с головы до ног. Да ты что? А чья она? То есть сейчас эта конструкция, она переместилась в клетку. Угу. И от этой конструкции выстраивается канал к ответственным. 1, 2, 3. И ответственный за эту конструкцию силам его намерения притягивается в клетку-тюрьму и становится ее заложником. Все притягиваются, кто соединен с этой энергией, где бы они ни находились. Рептилоид у меня и Грей притянулись. Да, Грей. Да, рептилоид. Вы нарушили законы мироздания. Вы зашли в тело, которое, во-первых, мы чистили, а второй человек, который прочитал манифест. То есть вы полностью игнорировали его волю. У нас она не первородная душа, Вера? Она первородная. О, да вообще даже на энергии Абсолюта позарились. Так. Потому мы не зашли. Ну, отлично. И Грей получает 2 удара каждый по 50 тысяч герц. Рептилоид получает удар 100 тысяч герц. Силой моего намерения эта конструкция сейчас устанавливается на Грей вместе с рептилоидами. Каждый получает ее, включая ее на полную мощность. Это отток энергии. Вот. Полный отток энергии. Ну все, паразит. Выкачивали из нее первородную энергию. Они говорят, что очень трудно найти. Отлично. Вы уже нашли сегодня галактическое ядро. И защищать надо такие. Да. Вот сегодня мы ее защищаем, и таких, как вы. Вот сегодня мы и защищаем. Да, Грей, вы обнаглели с рептилоидами. Реально, я смотрю. Просто паразиты космические, и все. Но они говорят, что для них это необходимо. А мне все равно, что для вас необходимо. Мне, например, сейчас необходимо кого-то из вас сжечь. Кто готов уйти в галактическое ядро? Кто? Скажи. Никто не готов. Никто не готов, видишь? А ты зашел в ее биоробот, игнорировав все ее законы. Я не знаю. Я не знаю, честно говоря. Давай сначала выведем это все, Вера. Потому что а потом я спрошу, что с этими паразитами делать. Кто-то сегодня точно никуда не уйдет. Я больше чем уверен. И... Я даю команду, значит, 3, активирую Ирине, внутренний белый цвет. Все, что осталось, начинает выходить из ее биоробота. Знаешь, мы ее когда подняли, она была вот в этой конструкции, у нее, как знаешь, в иллюзии в какой-то, в радости. Вот конструкция, она как качели, как будто она стоит на качелях на этих и руками держится, и как в радости в какой-то. Иллюзионной. Вот потом, когда мы убрали конструкцию, и вот сейчас выдавливает она все, ее прям раздражает, оно как яд ей. Они что-то запустили в нее. Конечно, запустили они яд, и за этот яд они сегодня будут отвечать. Я сегодня вызову высшие светлые силы, и я посмотрю, куда вы уйдете. И раздражает. Драконы получают. Раздражает. Да, в таких случаях. Печать клеймо дракона. Я не знаю, куда клеймо поставят репту вместе с Греями, но вы будете наказаны сегодня. Я вам гарантирую. Вы вообще потеряли полностью страх. Вы зашли к осознанному человеку, к прочитавшему манифест. Кроме того, которого я чистил, вы знали, что я приду. И вы будете за это наказаны сегодня. Так, шар вышел, Вера, посмотри, пожалуйста. Шар вышел, сейчас ей легко, но она без энергии. Понятно. Отправляем шар в клетку, в отдельную. 1, 2, 3. И посмотри, сколько ей, пожалуйста, считай информацию, сколько Ирине нужно энергии и какая частота вибрации до полного восстановления и корректировки. 630. 630? Да. Вот это частоты. Отлично. У ангелов такие. И я даю команду на счет 3. В макушку головы Ирины начинает входить 7 высоковибрационных потоков по 600% каждый. 1, 2, 3. Все цвета начинают на нее поступать, мощность потока усиливается, частота и вибрации поднимается до числового значения 30 Гц, пошел подъем. У нее должен быть отдельный канал еще от Абсолюта к ней. Этот
нее нет отдельного канала, у нее... А, он плотный, один канал? Он внутри, внутри, вот эти, да, вот мерцания, это и есть. Понятно. Салют внутри этих энергий. Хорошо. Заправляем ее энергиями. Так, Грей, сколько вы сидели в биополе? 4 дня сидели. На какую иллюзию вы зашли? Как вы зашли? Опиши ситуацию. Во сне. Кем предстали? Этими энергиями предстали первородными. Делись. Да. Ну что поделаешь. Все, что нужно знать о вашей осознанности. Заполнилась она, Вера? Да, она заполнилась. Синхронизируется энергия, вибрация, гармонизируется, распределяется, усваивается наилучшим образом. 1, 2, 3. Хорошо. Так, у нас там канал к ним. И я даю команду, значит, 3, Ирина, сила своего намерения мощным импульсом сжигает этот канал к рептилоиду игры к этой конструкции. Значит, 3, 1, 2, 3. Сжигается удар. Готов. Хорошо. Так, мы ее отстегнули, мы ее запрыгнули. Как вы себя чувствуете, Ирина? Она себя чистой чувствует, но ей что-то не хватает. И что ей не хватает? Ну, смотри, она не понимает, что ей что-то не хватает. Она не знает, как управлять этими энергиями и какие они на самом деле должны быть. А получается, что энергии в нее зашли, но вот у них как яркости нету, что ли. То есть это уже она должна свои энергии активировать, конечно. Да, да, наполнять, да, чем-то. У нас это оставим для куратора. Куратор этим займется. Хорошо, Вера. Мы с этим закончили, да? Да. Так, у нас осталась эта конструкция, этот шар, который они вывели, и эти энергии. Хорошо. Так, Ли, я прошу Ли выйти на связь. Ли. Она на связи, она говорит: спасибо, что ты назвал нас светлыми силами, но мы просто на работе. Я себя отношу к светлым, и тебя тоже. Мы делаем светлое дело, а вот эти, которые в клетке, они темные. И вся разница. Вот так я дефинирую. Поправь меня, если я не прав. Она говорит, что люди часто употребляют словосочетание «светлые силы», сами не понимая, о чем они говорят. Но твое объяснение мне нравится. Благодарю тебя. Разделять мир на черное и белое. Ли, здесь очень просто, здесь намерение. Намерение решает все. Если намерения темные, то в конце будет темная энергия. Как бы светлыми фразами она не украшалась и благими намерениями. Намерение решает все. Если намерение светлое, помочь, это противоположность тому, как сделать кому-то больно и забрать у кого-то энергии и уничтожить кого-то. Вот так я разделяю эти энергии. Безусловно, я понимаю, да, но люблю конкретику. Есть определенные структуры, которые относятся к, как ты говоришь, светлым силам. Но у всех есть название и у всех есть своя обязанность. Ваше обобщение для человечества мне понятно, но у нас определенная иерархия. Могу я попросить? И называть все светлыми силами для это меня. Это неправда. Для это меня не то, что неправильно, но немножко иронично. Я согласен. Могла бы ты хоть сейчас один единственный раз озвучить свою организацию? Я работаю в межгалактической полиции. Межгалактическая полиция. Отлично. Значит, я работаю с межгалактической полицией, правильно? Совершенно верно. Благодарю тебя. Все, остаемся на этом. Вы же не называете свои органы светлыми силами. Поэтому мне иронично, когда называют меня светлыми силами. Я просто делаю свою работу. Благодарю тебя, Ли, межгалактическая полиция. Отлично. А какое у тебя звание, можно спросить? Есть звание у вас? Офицер? У нас другие звания. Хорошо, благодарю. Не буду тебя отвлекать. Мне этой информации вполне достаточно. Мы, в конце концов, на работе сейчас. Продолжай.
Хорошо, Ли, что делать с этими рептилоидом и Греем? Они зашли в первородную душу. Меня смутило то, что они очень много яда туда дали, отсасывали эти первородные энергии. Посмотри, пожалуйста, я не могу оценить степень вреда, который они нанесли. Они зашли уже после чистки, после манифеста. Проблема лежит в клиенте, или это проблема в этом человеке, или проблема лежит в них? Они зашли, как представились, первородными энергиями, обманом ночью, 4 дня назад. Это наши клиенты. Мы их забираем. Да вот, сработало у меня внутреннее чувство все-таки. Благодарю тебя. Давайте, Грей, пишите письма. Ты не так все понимаешь. Я все понимаю. У нас другие меры наказания. А как вы их воспитываете? Вот этих? Они, у них же тоже разные степени есть. Есть те, которые конкретно... Так по-разному. По-разному. Договариваемся. Кем-то проводим беседы. Кем-то идет обмен информацией и данными. То есть они дают какую-то вам полезную информацию, которую можно засчитать в этом отношении? Да. Благодарю. Это понятно, конечно. Надо договариваться, конечно, лучше, чем воевать. А те, которые... Хорошо, а последний вопрос. А с рецидивистами что вы делаете? Мы уже ловили несколько, помнишь? Или с ящиками? Определенные работы, которые они делают для нас. И какой срок этих работ? Он разным. Но больше, чем один день, я так говорю, человечески, земной. То есть они не так скоро от вас уходят. Они там как-то... Время течет по-разному. Все понятно. Можно так сказать. Да, Ли, мы опять тему затронули, которая... Благодарю тебя огромное. Прими сердечную благодарность, искреннюю благодарность за твою помощь. Мне очень приятно с тобой работать. И Вере тоже. Благодарю вас. Всего доброго. Рассинхронизируйся, Верочка. Ну, они забрали Грея, рептилоида и конструкцию. Вот этот яд, он у нас висит. Открывается под ним портал в галактическое ядро. 1, 2, 3. Яд улетает в галактическое ядро на переработку. Закрывая, печатая, растворяя. Все. Давай, энергиями мы ее заправили уже, да? Да. Она у нас чистая. Значит, у нас сейчас остался вопросы к ее куратору. Хорошо, и я делаю запрос в энергоинформационном поле, приглашая к нам прийти душу, куратор, учитель, наставник, друг, родная душа в нашу комнату диагностики. Женщина. Женщина. Мы приветствуем, снимаются все маски, голограммы, мы приветствуем куратора или учителя Ирины. Представьтесь, пожалуйста, как нам обращаться к вам? Мара. Мара? Да. Мара. Уважаемая Мара, мы приветствуем вас. Меня зовут Влад, это Вера. Рядом стоит Ирина, ваша подопечная, первородная душа. Ирина проходила у нас чистку. Мы сейчас ее контролировали, вытащили из нее рептилоида с греями, которые очень любят жрать первородные энергии. Установили целую конструкцию в ней за 4 дня. Их забрала межгалактическая полиция. И Ирина выразила желание пообщаться со своим куратором и задать ему 10 вопросов. Будете ли вы так любезны, уважаемая Мара, ответить нам на эти вопросы и, возможно, как-то помочь советом ей? Попробую помочь. Замечательно. Благодарю вас. Я тогда начинаю с первого вопроса. Уважаемый куратор, с чего начать мне работу со своим осознанием? Работа уже началась, раз ты здесь. Все, что тебе нужно, это наполнять свои энергии, активировать их. Мысли, формы помогают. Ты не знаешь сама себя. И все, что тебе нужно, чтобы начать, это начни с приветствия. Прочувствуй эти энергии, закрой глаза, попытайся увидеть их, как ты себе представляешь их. Это и есть ты. Мысли, формы, они занимают огромную роль, а на уровне души, так как все начиналось с мысли, формы. Насколько сильно ты верил и представлял, воображал, настолько ты и получал. Это первое, с чего ты должна начать. Закончила. Благодарю, уважаемая Мара. Я перехожу ко второму вопросу.
На что мне стоит больше всего обращать мое внимание? Или на что мне больше стоит обращать внимание? Вот так она написала. На защиту своих энергий. Подскажите ей, пожалуйста, как ей это сделать, чтобы эти рептилоиды с Грэми, видя ее энергии, не вселялись так к ней легко. У нее есть все силы и возможности сжечь любые интерференты этими первородными энергиями отца, если она будет только понимать. Я вижу, они пока слабы у нее. Она не осознает еще, наверное, до конца свою силу и ответственность. Пока ты не можешь использовать и понимать свои энергии, ты можешь защищать их мерковой. Это универсальная защита. Замечательно. Визуализировать каркас Меркабы. Она стоит в середине, давать команду на активацию этой защиты. И это ее защита, которая дана ему от Абсолюта. Ей, прошу прощения. В дальнейшем ты сможешь защищать себя изнутри, когда ты поймешь себя, твои энергии. Пока используй Меркабу. Благодарю вас. Я могу продолжать? Да. Третий вопрос. Довольно абстрактно. Что я делаю не так в своем развитии? Ты развиваешь тело. А надо душу. Душе уделяешь мало внимания. Что-то ты делаешь, но этого недостаточно для первородной души. Душа пришла на землю получать опыт. Душа должна раскрыться и расцвести вместе с энергиями земли. И напитать тело твоими красками. Тогда только ты сможешь нести свет, нести пользу и притягивать правильные энергии. Благодарю вас, уважаемая Мара. Скажите, пожалуйста, это от меня вопрос. А у первородных же душ есть какое-то особое задание на Земле? Их посылает... Мы встречались уже с первородными душами, с кураторами. Вот, насколько мы поняли, их посылают для того, чтобы они давали какую-то энергию Земле и космос, вернее, как-то через себя генерировали эту энергию. Вот, не могли бы вы объяснить чуть подробнее об этом, если можно, конечно, спросить вас об этом? Это то, о чем я уже сказала. Ты должна концентрировать в себе энергии, наполнять их и расцветать вместе с энергией Земли. Благодарю вас. Повторяться не будем, уважаемая Мара. Если вы позволите, если вы закончили, я могу переходить тогда к четвертому вопросу. Да. В этом вопросе она спрашивает, как я могу общаться со своим куратором, с вами, Мара? Куратором ты можешь общаться только тогда, когда ты можешь активировать внутри себя свои энергии и понять их. А в остальных случаях есть опасность. У тебя много работы по изучению себя. Я уже сказала, закрой глаза, представь, познакомься с собой. Прочувствуй свои энергии, и только потом мы можем наладить какую-то связь. Мое имя ты знаешь. Обычно связь происходит посредством первородных энергий, мерцания, в защищенном канале. Но ты со временем это освоишь, да будешь готова. Нельзя с первого на третье прыгать, безусловно, надо шаг за шагом развиваться. Благодарю вас, уважаемая Мара. Пятый вопрос ее, над чем мне больше нужно работать? В принципе, вы все назвали пункт уже. Я бы хотела показать, как я это вижу. Пожалуйста. Меркаба, она соединяет энергию Земли и космоса и защищает твои энергии внутри тебя. Вот твоя задача на сегодняшний день – не выходить за пределы Меркабы, а научиться понимать и активировать свои энергии, наполнять их своим собственным светом изнутри, расцветать, я это так называю. Ты заполнилась энергиями, но
этого недостаточно. Нужно понимать изнутри, кто ты. Пока ты не сможешь видеть себя и представлять эти энергии, я не советую выходить за Меркабу. Да, астрал действительно довольно опасная вещь, мы можем подтвердить. Вот, и поэтому здесь надо уже иметь какие-то знания, выходя. Вы очень все правильно заметили. Вы сказали про защищенный канал. Но я понимаю, она еще от этой цели далека, и поэтому не стоит пока, в общем-то, пытаться выстраивать этот канал. Когда она освоит эти энергии, к ней придет само понимание этой материи. И тогда она сможет себе визуализировать этот защищенный канал и связаться с вами, Мара. Это лучше, чем открыть канал, пустить фиолетовый цвет, и в тебя войдет рептилоид с греями, видящий этот свет за миллионы километров, я не знаю. Я также заметил, что вы даете ей очень аккуратные советы, чтобы не давать слишком много ненужной информации, которая ей сейчас просто навредит. И это очень правильно. Вот, я просто благодарю вас за это, я это хотел сказать. Мы можем продолжать? Я рада, что я изъясняюсь, понятно. Вы очень хорошо изъясняетесь, это очень понятно. Мара, я традиционные вопросы, на каком уровне высшая я сейчас находится? Ирины? 11-я. 11 уровень, это достаточно высокий уровень осознания. Вот, благодарю вас. И сколько кармических узлов она прошла, и сколько еще предстоит пройти в этой жизни? Кармические узлы. Что такое кармические узлы? Кармические узлы... Я попыталась узнать информацию. Как это... себе представляют кармические узлы на Земле. И мне не понравилось то, что я вижу. Люди представляют как кармический узел прохождения физического тела через проблемы, потери, опасности, разочарования. Вы можете сами строить свои кармические узлы на основании развития вашей души. Если вы развиваете свою душу в светлом направлении, ваши кармические узлы будут светлые, яркие, эмоциональные и принесут правильные... Я бы назвала это знакомство, встречи. Это и будет ваши кармические узлы. То, от чего вы получаете позитивные, положительные эмоции. Поэтому на вопрос, сколько кармических узлов у нее осталось, я не буду отвечать, потому что свои кармические узлы она получит тогда, когда проработает внутри себя информацию, осветит, расцветет свою душу и получит позитив, позитивные кармические узлы и встречи. Я не буду говорить о кармических узлах, которые человечество имеет в виду, чтобы она ждала негатив. Уважаемая Мара, это не всегда негатив. Я сейчас вам объясню точку зрения другую, если вы позволите, в двух словах. Под кармическими узлами подразумевается наша программа на эти жизни из тех задач, которые мы хотели бы проработать. Пример. Семейная пара не смогла в одной жизни найти общие взаимоотношения, постоянно ругались, у них остались нерешенные вопросы. Эта проблема переносится на следующую жизнь. Согласие, безусловно, того человека, который получает эту жизнь. Вот он сам их себе эти узлы выбирает, прорабатывая все свои программы, насколько нам известно. Вот есть узлы, например, связанные с принятием какого-то решения. Я не считаю лично кармические узлы чем-то негативным. Мы сюда пришли не на отдых, мы сюда пришли работать. Кармические узлы, в моем понимании, это наш кейс, задач и вопросов, которые нам необходимо решить для того, чтобы мы смогли развиться в этой жизни. И только пройдя эти проблемы, эти узлы,
мы сможем, это может быть и положительные моменты, это не только отрицательные, мы сможем как-то вырасти дальше. Поправьте меня, пожалуйста, уважаемая Мара, у вас наверняка больше опыта, чем у меня. У меня нет такого опыта. Это то, что я сказала с самого начала. Я просмотрела информацию и выдала общее решение. Ты высказал свое мнение, как ты это видишь, и оно больше соответствует позитиву и представлению. Благодарю. Лично твоему. Что я хочу добавить, пожалуйста, и провести параллели. Мы примерно одинаково высказались, но на разных уровнях. На разных уровнях расположения. Я вас понимаю, я вас понимаю. У вас совсем другая точка зрения, вы видите совсем другие вещи. Я воплощен на Земле сейчас. Поэтому у меня... Я говорю в общем, но все же здесь определенные нити я могу провести между нашим видением кармических узлов. То, что ты говоришь, это примерно то, что я сказала, что нужно внутри себя прорабатывать. Если бы супружеская пара прорабатывала внутри себя, а не пыталась исправить друг друга, у них бы была другая жизнь и кармический узел был бы пройден, и они жили бы в любви и радости, и несли бы добро на этой земле. Тогда не было бы каких-то задач, которые нужно проходить, расходиться, получая эмоциональные травмы и неся их на своих детей. И тогда земля зацвела бы другими красками. Поэтому первородные души приходят до сих пор на Землю, чтобы балансировать энергии. Но в первую очередь они должны развивать себя, чтобы своим примером показывать и нести этот свет первородной души, на который равняются все остальные души. Самое важное предложение. Уважаемая Мара, можно вас спросить о дефинировании значения первородная душа? Я объясню, как мы это понимаем. Это души, которые были созданы Творцом лично, в начале всех начал. Это правильное понимание? И каждая из них отличается от другой. По цветам, по это вот этой... правильно. И есть еще чистота. Чистота. Мы стараемся сохранить свою чистоту, поэтому выбираем тщательно воплощение на планеты и звезды. Благодарю вас. Я знаю, нам рассказывал мой учитель Архангел Ханиил, что первородные души уже давно закончили цикл своих воплощений, в плане они ушли уже с Земли, насколько я правильно понял, ну, приходят для каких-то определенных задач. То есть вы практически те души, которые в самом начале пришли на Землю, или вы жили в другом где-то измерении? Не или на как? Землю. Не на Землю, хорошо. Души, которые были рождены и выпущены Абсолютом. Благодарю вас, уважаемая Мара, за этот возможность услышать от первоисточника эту информацию, потому что для меня это просто, ну я не знаю, это очень впечатляет, и мурашки по коже идут, как у нас говорят. Какая ответственность лежит тогда на первородных душах? Я вот это хотел сказать. На них действительно все должны равняться. Чистота. Чистота. Хорошо. Прошу прощения, уважаемая Мара, мы отошли чуть в сторону, но с вами очень интересно общаться. Вы очень красиво умеете изъяснять свои мысли. Если вы позволите, тогда я продолжу дальше с вопросами. У нас осталось тут еще 4 вопроса. Продолжай. 6 вопрос. Могу ли я как-то защищать своих близких энергиями? Ты можешь, когда научишься защищать себя. Конечно. Абсолютно верно. Помоги себе, и ты сможешь помочь другим. У нас есть такая пословица на Земле. Сможешь ты себя вылечить, ты сможешь других вылечить. Сможешь ты себя понять, ты сможешь и других понять. То есть это все взаимосвязано. Я тогда продолжаю со следующим вопросом, если вы закончили, конечно.
немного добавлю. Пожалуйста. Чтобы защищать кого-то, нужно научиться чувствовать в себе энергию и уметь наполняться энергией. Иначе при защите ты растеряешь все, что у тебя есть. Ты растеряешь весь свой свет и не поможешь ни себе, ни тому, кого ты защищаешь. Это же опасно. Чтобы защищать кого-то, надо быть полной внутри, понимать, что ты делаешь, и чувствовать расход энергии, знать, откуда ты можешь взять ее и какую. Я закончила. И сколько еще тоже знать. Конечно, Мара, вы сейчас, безусловно, будущее описали. То, что ей открыто будет, когда она сделает, я говорю в кавычках, домашнее задание свое. То есть, когда она пройдет определенные свои шаги, разовьется, она сможет это сделать. Но надо много знать, чтобы не потерять эту энергию. Действительно, она была, имела какой-то смысл и имела свою силу. Чтобы себе не навредить и другим не навредить. Я просто в наших словах это описал, если вы позволите. Благодарю. Седьмой вопрос. Я долгое время сама почему-то не могу наладить свою личную жизнь. Такой вопрос. Я могу направляющие вопросы задать. С чем это связано? Что она долгое время не может наладить свою личную жизнь? Ты не можешь наладить общение с самой собой. Как же ты можешь наладить общение с кем-то, с другим. И понимаешь, что твои энергии, они пугают, если неправильно преподнесены. В этом и заключается смысл быть красивой душой. Ты получила красивое тело, но красивую душу ты не развивала. У тебя все наладится после того, как ты зажгешь свои энергии изнутри, подзажгешь, я подразумеваю, научишься понимать себя, свои энергии. Это энергии доброты, это энергии сострадания, мира, любви, понимания, принятия. Когда ты научишься именно так относиться к себе и к окружающим, ты лишь эти энергии, этим теплом ты притянешь правильные вибрации и волны правильных людей. Вот последнее предложение, оно самое важное было. Правильные вибрации, правильных людей. Почему? Потому что следующий вопрос, восьмой, он как раз и состоит из этого контекста. Меня мужчины часто называют ведьмой. Даже чувствую где-то бояться. Мне от этого грустно. И почему так случается? Может, это не те мужчины? По-моему, я уже ответила на вот. Этот вопрос. Я только... Вы ответили... Вот этот вопрос предыдущий был ответом. Это был уже восьмой ее вопрос. Тогда у меня остается девятый вопрос. Если вы закончили или хотите добавить что-нибудь, пожалуйста. Продолжай. Девятый вопрос. Кем я была в прошлой жизни? Я полагаю, речь идет о Земле. Потому что на Земле не знает, что жизни между жизнями тоже считаются жизнями. И жизнь на других планетах тоже считается жизнями. И жизнь никогда не прекращается. Вот кем она была именно на Земле, скорее всего, она хотела узнать. И когда она жила, кем была, была ли счастлива в этом отношении? Прошлая жизнь на Земле была Кипр. Кипр. Хорошо. Какие года? Как вы говорите, до нашей эры. Хорошо. Кипр богат растительностью, апельсиновыми деревьями и омывается морем. Это то, что нужно первородной душе, флора и фауна. До нашей эры, ну хорошо, наша эра это 2020 лет. Мы так, подождите, до нашей эры, ну да. Да. Так и есть. Все правильно. Более 2000 лет назад. Это интересный период. Это когда... Это рядом Греция. Это наверняка она была с чем-то... С чем она была связана в своей деятельности, когда она жила на Кипре? Род деятельности ее какой был? Она была девушкой. Очень привязана к морю, солнцу, зелени. Тогда она была полностью гармонизированная, я больше чем уверен.
Она умела брать энергии и давать свои, гармонизировать себя с этими цветами. Вот. И вот это предстоит еще все Ирине пройти, для того, чтобы она это все вспомнила. Навыки у нее есть. Она будет просто интуитивно, скорее всего, в этой жизни много поступать. Много знаков, которые да. не видит Ирина. Много разных оттенков и цветов, которыми она не наполняет душу, и которые нужно разукрасить и наполнить этими энергиями. Чтобы понятнее было, я объясню. Как вы видите, Ирина заполнена энергиями сейчас. Да. Но разукрасить их она должна сама. Вера мне сказала, когда мы заправляли энергиями, что она заправляется энергиями, но эти энергии, они не яркие. Так и есть. И я подсказал, что тогда на конец сеанса отложим это и попросим тогда куратора, если Мара захочет, их, может быть, как-то активировать или пропустить по кругу, чтобы она их прочувствовала, и эти краски. Потому что мы не я могу это сделать, но Благодарю краски вас. Она должна сама найти и заполнить. Конечно, это ее домашнее задание, она должна этим сама этот путь пройти, конечно, безусловно. И прислушиваться к себе. Самое краски, главное. Они связаны с определенными эмоциями, которые я называла выше. Эмоциональное поле здесь играет роль, но не основную. Благодарю вас. Очень много просто людей проблемы эмоциональные есть. Вот, потому что их пегель, они прыгают с очень высоких на очень низкие. Перемещение вот этих вот вибраций на них как раз почему-то вот и заходят все интерференты. Значит, вернемся к нашей прошлой жизни на Кипре. Она была девушкой, она была счастлива там, она умела энергии эти генерировать и передавать их. Она владела очень многим тем, что она сейчас на Земле не владеет. Была ли она замужем, имела ли она детей, была ли она счастлива? Она была счастлива, у нее была дочь. Она была замужем, но счастлива она была, потому что она могла гармонизировать энергии внутри себя и принимать любого человека таким, каким он есть. От этого люди вокруг нее получали позитив, были радостны и спокойны. Она создавала определенный баланс вокруг себя. Микроклимат мы его называем. Да, этот баланс вокруг себя, когда люди чувствуют себя в твоем окружении просто шикарно. Есть такие вещи, очень мало. Есть такие люди, но их меньше становится, к сожалению. Вот, но это очень хорошая черта. Благодарю вас, уважаемая Мара. Значит, это был хорошим человеком. Она взяла максимум из этой жизни, максимум опыта. Я правильно понимаю? Правильно. Благодарю вас. И последний вопрос. Можно ли совет получить от куратора? Благодарю. Я попробую сделать больше. Я много усилю влияние первородной души и мерцание в твоих телах. О да, это будет подарок огромный. Это для Ирины. Определенные вибрации, с помощью которых она будет постоянно помнить об этом. Это будет двигать ее к развитию. Это был бы самый лучший подарок. Благодарю вас, уважаемая Мара. Пожалуйста, приступайте. Как вы видите, наши энергии, они мерцающие. У них есть определенный цвет абсолюта, этот который цвет, я активизировала. Этот цвет не перепутать ни с каким цветом другим. Вы знаете, это самое... Наполнять себя энергиями цвета она должна сама. Конечно. Теперь она хоть знает, что ей делать. То. Благодарю вас, уважаемая Мара. Мара, скажите, пожалуйста, а вы лично жили когда-то на Земле? У вас есть опыт земной жизни? Есть, но очень давно. Я понимаю. Почему я спрашиваю? Я вам сейчас объясню. Вы поймите нас правильно. У нас есть очень добрая традиция в этой комнате. Мы всегда каждому куратору и каждому учителю, они приходили со всех миров, со всей галактики к нам.
Вот, все души, которые человеческие мы встречали со всех планет. Но только единственное, кто никогда не берет никаких подарков, это первородные души. А нам бы так хотелось, например, сделать вам подарок, корзину с самыми вкусными ягодами на Земле. Это единственный чистый продукт, который у нас остался, и все с удовольствием берут его. Могу ли я вам предложить такой подарок? Другими словами. Покажи, Верочка, появляется большая корзинка с самыми вкусными ягодами на Земле. Один, два, три. Прекрасная визуализация. Благодарю вас. Нам бы хотелось вам сделать подарок, но первородным душам подарки дарить пока нам не получалось. Если вы эту корзинку возьмете, вы будете первой первородной душой, которую все-таки мы могли лично от себя поблагодарить. Нам бы это очень хотелось. Дело в том, что мне не нужно брать эту корзинку. Я уже взяла ее. Визуализация. Отлично. Благодарю вас. Значит, вы приняли наш подарок, Мара. Вы сделали нас самыми счастливыми людьми на Земле. Благодарю вас. Нам очень важно, чтобы все уходили с хорошими эмоциями, вибрациями после нашей работы. Вот. И мы всегда рады, когда людям такая помощь оказывается. Ангелами-хранителями, я так говорю, потому что на Земле до сих пор существует мнение, что ангелы-хранители... И спасает людей, на самом деле их спасает их кураторы и учителя, и направляет их в этой жизни. И вот как раз этот сеанс мы сегодня такой замечательный провели. Я благодарю вас за ваши очень развернутые ответы. Вы очень хорошо умеете формулировать мысли. Я прям видел картины, когда вы рассказывали вот эту визуализацию. Вы очень доступно все объяснили. Я уверен, у Ирины, если будут какие-то вопросы, мы сможем в состоянии ей сами ответить. А если нет, так она может попробовать когда-нибудь и у вас их спросить. Я благодарю всех присутствующих за эту встречу и за то, что я смогла донести до Ирины ее суть. У вас это получилось. Очень хорошо. Здесь нет никаких возможностей даже неправильно понять, так как вы очень понятным языком все объяснили, прям разжевали, как у нас говорится, что нужно сделать, что вы уже сделали и что перед ней еще предстоит, и какая ее миссия, и насколько это все важно для ее развития. Благодарю вас, уважаемая Мара. Благодарю. Хорошо, мы тогда будем сейчас возвращать Ирину в ее биоробот. И нам еще и квартиру надо почистить, чтобы она в чистой квартире находилась после того, когда мы ее вернем. Поэтому у нас еще работа предстоит. Я поэтому буду прощаться. Благодарю вас за этот визит еще раз. Мара, она как-то подняла нам определенные вибрации в комнате на прощание. Благодарила. Отлично. Первородные энергии получили. Благодарим ее. Пусть эти энергии у нас теперь каждый раз будут в комнате, когда мы работаем. Ушла. Отлично, Верочка. Хорошо, давай возвращать Ирину назад. У нас еще квартира осталась. И для усвоения энергии возвращаем тонкую копию Ирины в систему биоробот-душа. Заводим, подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. И отключаемся от Ирины и перемещайся в комнату диагностики. Я на месте.